Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Эй, всем привет и привет, вы на канале Денчик Затейнит, с вами, конечно, Дэн, но это вы и так уже знаете. А сегодня мы посмотрим трейлер к фильму, это комедия, музыкальная такая, комедия-музыка, музыка-комедия, короче, всякая шняга, шляпа такая, которую я терпеть реально не могу. Но мы посмотрим этот трейлер, он выйдет 1 октября, это вышел 1 октября 2022 года и называется «Странная история Эла Янковича». Кто не знает, это популярный музыкант, который делает пародии на американский, английский, всякую херню, шнягу и так далее. Пародии, короче, делает. А этот фильм будет исследовать аспекты его жизни, стремительного взлета на славе, до его бурных любовных похождений с разного рода знаменитостями и необузданного развратного секса. Образа жизни. Да. Фильм должен быть интересным. Успокоились. Давайте посмотрим трейлер. Включай-ка. Ю-ху, Гарри Поттер! Фильм производства Рокко. Утомляет, что меня не воспринимают всерьез. Мы с отцом решили, что будет лучше, если ты перестанешь быть собой и делать, что любишь. Да, будь Гарри Поттером. Я лишь хотел... Боюсь, мы нашли вашего сына на полька-вечеринке. Полька-вечеринка, вот. Подобрать новые слова, которые написаны в песне. Домой с полицией. Так. Тогда стоит попробовать. Все можете поискать, его песня прикольная, особенно как английский понимает. Голодна, так давай отведай ты колбасона. Чувак, у меня мурашки. Нерассказанная реальная история. Очень редко, но метко. Я нахожу талант, который точно станет будущим музыки. Но сперва надо придумать псевдоним. Эл Янкович. Длинно, сложно произнести, а лучше давай так. Странный Эл Янкович. Идеально. Вот так и появилась его кликуха. Я люблю рок-н-ролл. Тогда он... Странный Эл завоевал весь мир. Я люблю рок-н-ролл. Мы знакомы. Мадонна, а не сделаешь ли пародию на мою песню «Как девственница»? Любопытно, а это автобиография? Да. Ого, он и Мадонну чё покал? Назови хоть одного творческого гения, у которого нет прошлого, наполненного алкоголем. Твое лекарство. Или наркотой. Хорошее лекарство, не? Мадонна плохо на тебя влияет. Что? Без обид. От меня одни беды. Родителям плевать на меня. Свою группу я оттолкнул. Кучка обычных парней! Я тут странный! Думай о себе. Я увидел в тебе нечто особенное. Ага. Зазвездился, звезда. Откройте заново кумира. На глазах у миллиардов зрителей из разных уголков мира. Хочу сказать, будьте странными. Настолько, насколько хотите. Звезду. Который буквально изменил музыку. Вы не будете счастливы, если не примете себя. Дэниел Рэдклифф. Спасибо. Гарри Поттер он. Он Гарри Поттер. История Эла Янковича. О, Эл, здесь нельзя курить. Пофиг. Я это заслужил. 4 ноября. Конечно. Странности захватят мир. Все, я пошел искать. Да ладно, ладно. Блин, я реально думал, что фильм будет говно. Я думал, что Гарри Поттер снялся в шляпе очередной. Но мне кажется, что, наверное, все-таки можно будет посмотреть. Я так думаю, по крайней мере, что можно будет посмотреть. Рейтинг ожидания у него 6,9. Это довольно-таки высокий рейтинг. Прямо вот, знаете, вот когда Мадонна, он там это... Да, он разговаривал с Мадонной, дружил. Они друзьями были. Дружили они с Мадонной, когда он там клипы, я там что-то, музыку записал, новую песню, да, там ремейк, там слова поменял, там дружили они, короче. Я, короче, думаю, что фильм будет, да, зачетный, поэтому подписывайся, ставь лайк, нажимай колокольчик, чтобы не потерять, ну и, конечно, за следующий раз.